Они виртуозно умеют собирать и монтировать металлические каркасы, обшивать их гипсовыми строительными плитами, а также наносить финишное покрытие и изготовлять гипсовые липные элементы в соответствии со стандартами World Skills. Они – это 5 мастеров своего дела. Участники конкурса – молодые профессионалы по компетенции сухое строительство и штукатурной работы, каждый из которых, в том числе и студент Уваровского химико-технологического колледжа Дмитрий Запольский, заточен на победу. Умения и навыки конкурсантов оценивают опытные эксперты по нескольким критериям, среди которых профессионализм, точность и скорость выполнения заданий. Присутствуют ребята с Мичуринска, с Тамбова, с поселка Строитель, с Рассказово, и мы, Уварово, представляем вот этих участников. Все наше задание состоит из 4 модулей. Первый модуль – это сборка конструкции из гипсокартона на металлическом профиле. Второй модуль – это отделка углов и финишное шпаклевание этой конструкции собранной. Третий модуль, который вот сегодня ребята выполняют, это фигурные гипсовые элементы, которые они сами изготавливают на своем рабочем месте и затем их устанавливают на определенные места на свою конструкцию. И четвертый модуль – это задание в свободном стиле, как его называют, фристайл. То есть это творческое задание, они по привезенному уже заранее эскизу будут на определенной стене выполнять это задание. А мы будем, эксперты, оценивать соответствие предоставленным чертежам, ну и качество исполнения работ. Чтобы успешно справиться с заданием и выполнить весь запланированный объем работы, конкурсантам приходится проводить на площадке по 8 часов, то есть полный рабочий день с перерывом на обед. Создание комфортных условий не только для работы, но и для отдыха участников – задача руководства Уваровского колледжа, на базе которого конкурсная площадка по компетенции сухое строительство и штукатурной работы была открыта впервые. Это стало большим событием и для учебного заведения, и для города в целом. Ведь это способствует не только повышению имиджа колледжа, но и дает возможность развивать эту специальность на более высоком уровне. Те дети, которые принимают участие в чемпионатах World Skills, это уже дети, профессионал своего дела. То есть это уже ребенок знает не просто азы этого направления, он уже специалист в этой области. Чемпионат региональный проводится впервые в нашем городе, но второй год. В прошлом году наша площадка была на базе строительного колледжа города Тамбова. В этом году площадку мы организовали на базе Уварского химико-технологического колледжа. Ребята размещены у нас в общежитии, у нас комфортабельное общежитие. Созданы все условия соответствия санитарным нормам, организовано питание. Организация замечательная, да, то есть подготовка была на высоком достаточно уровне, да, подошли эксперты, руководство к этому вопросу так хорошо, скажу, да, то есть участники работают, эксперты работают, выполняют каждый свое предназначение, да, участники выполняют конкурсное задание третий день, эксперты после каждого выполнения модуля ведут оценку, работают все достойно. Высокую оценку организации и проведению конкурса на территории города дал глава Уварова Владислав Денисов, который побывал на площадке, посмотрел работу участников и пообщался с экспертами. Градоначальник отметил, что профессия мастера сухого строительства сегодня весьма востребована, а соревнования позволяют участникам улучшать свою компетенцию и обмениваться опытом. Значимость проведения этого конкурса, а он называется «Молодые профессионалы», очень высока. Во-первых, потому что это впервые на территории города проводится. А во-вторых, эта площадка будет еще раз таким рекламным направлением для наших ребят, которые могут прийти в наш колледж и получить соответствующее хорошее образование и самореализовать себя. Здесь работают с ними очень высокопрофессиональные наставники, мастера производственного дела, за что я хочу их поблагодарить за ту работу, которую они осуществляют, за тот передаваемый опыт. И уверен на 100%, что из этих ребят вырастут достойные профессионалы, которые будут востребованы на рынке труда, и они смогут себя обеспечить работой, и тем самым смогут самореализоваться.
Всего в этом году честь Уварова и своего образовательного учреждения в рамках регионального чемпионата по разным компетенциям отстаивали 3 студента химико-технологического колледжа. И каждому из них улыбнулась удача. У Дмитрия Запольского в компетенции сухое строительство и штукатурные работы – золото. У Дмитрия Лукьяненко в компетенции сварочной технологии – бронза. А Александр Зебзев в компетенции веб-дизайн стал обладателем диплома за профессионализм. Победители будут представлять Тамбовскую область на отборочных этапах и 9-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, «Наш город».